С 1 по 3 июня в горках Ленинских прошел фестиваль «Многофест». Все 10 предыдущих лет он разворачивал свою площадку у деревни Григорчиково. На этот раз сменилось не только место, но и организация. Клуб «Горизонт» сделал немало для того, чтобы гостям было интересно и комфортно. Сделали примерно то же самое, что и до этого, просто несколько крупнее, с большим размахом. Те же объекты, та же сцена с большим размахом, те же качели с большим размахом. Внимание привлекало оформление фестивальной территории, например, указатели или вот этот симпатичный олень. Почему олень? Потому что мы находимся в лесу, поэтому нам нужно было хоть какое-нибудь животное в лесу. На этот раз повезло с погодой, поэтому все, что планировалось воплотить, было воплощено. Каждый проводил время, как ему хотелось. Развлечений было достаточно. У многих интерес вызвала площадка клуба «Цитадель». Здесь можно было пострелять из лука, получить на память монетку с символикой клуба, примерить старинную богатырскую одежду. Людям очень интересно, особенно стрельба из лука сейчас очень популярна, и исторический музей. Ну, детям, конечно, больше всего интересно подраться на тренировочных мячах. Главная сцена, сердце фестиваля – место, где всегда было оживленно. Начиная с 4 часов вечера, здесь, не переставая, звучала музыка. Разная, но для каждой находились слушатели. Да, я хочу под шофе, сидеть на набережной. А Володя устроил свой маленький концерт прямо в поле. Слушали его, правда, только мы, но он не переживал. Он начинающий. Я ловлю кайф, конечно же, но я только в начале пути. Вот. И еще вот опыт игры с другими людьми. Подобные маленькие концерты можно было послушать у каждой палатки. Гитара, баян, бубен. Разнообразию музыкальных инструментов не было границ. Скажи, порядок на фестивале был во всех смыслах. Мусор строго в отведенных местах, казаки следят за общественным порядком. Как может быть непорядок, если казаки дежурят? А вот это та самая дверь в лето, которую должны открыть участники фестиваля «Многофест». Сейчас она пока закрыта, но ровно в 12 ночи сегодня произойдет торжественное открытие этой двери. Но многие признались, у них уже давно лето. Дверь в лето открыли уже, нет? С ноги. Наверное, еще где-то вот на границе февраля и марта. То есть как так получилось? Ну, когда велосипед вынес... Все, можно кататься. Лето началось. Солнце уходило за горизонт, и все больше людей собиралось у сцены. А лирическую музыку сменял серьезный рок. Группа «Косогор» вызвала восторг у любителей рока и окончательно доказала, что фестиваль давно перерос от просто бардовской песни на более солидный уровень, собирая ценителей музыки разных жанров. Я очень люблю этот фестиваль, я уже не первый год приезжаю, выступаю здесь. Я надеюсь, что в следующем году мы тоже обязательно выступим. Ну, мы по всем фестивалям катаемся, и этот фестиваль такой, он немножко в особняке стоял. Мы думали, поначалу какие-то барды такие серьезные тут собираются, а тут очень здорово. И очень музыка такая хорошая, она не напрягает и очень душевно. А ровно в полночь была открыта дверь в лето. Сотни людей вошли в нее, радуясь теплу, новым встречам и тому настроению, которое заставляло сильнее биться сердца. И каждый наверняка сказал себе: «Я сюда еще обязательно вернусь. Через год». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».